Kia Soul удостоился награды за лучшее качество мультимедиа от американского агентства J.D. Power, которое специализируется на исследованиях автомобильного рынка. Эксперты J.D. Power подсчитывают количество жалоб, накопившихся у владельцев за первые 3 месяца после покупки новой машины. В ходе опроса, посвященного именно медиасистемам, автомобилистам предстояло назвать те информационно-развлекательные комплексы, которые больше всего удовлетворяют их запросам. На сотню новых соулов пришлось всего лишь 9 негативных мнений, касающихся мультимедиа, и этот показатель оказался лучшим в сегменте компактных кроссоверов. Медиацентр, заслуживший награду от J.D. Power, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Давно несуществующая британская марка Morris, как и исторически близкая ей MG, принадлежат ныне китайскому концерну SAIC. И хотя возрождение MG именно как английской марки, прямо скажем, потерпело фиаско, а завод в Лонгбридже пришлось закрыть, китайцы разворачивают новый проект. На сей раз заново открылась марка Morris Commercial. Ее первой моделью будет электрический фургон JE. Машина стилизована под культовый Morris J-Type 50-х годов. Какая платформа легла в основу современного электрокара, точно неизвестно. Но в Китае в них сейчас недостатка нет. Батарея емкостью 60 кВт-час позволяет проехать 200 миль. В кузове помещаются 2 европоддона и грузоподъемность превышает тонну. Продажи начнутся через 2 года. Цены, к слову, немалые – от 60 000 фунтов.